Всем привет! С вами канал «Современные родители». В этом топе я хочу показать 7 лучших дарсонвалей. В двух словах, это импульсные массажеры для физиотерапии. Очень полезная вещица для нашей красоты и здоровья. Если что-то заинтересует, залетайте в описание видео. Там я выложила парочку ссылок, по которым можно проверить характеристики показанных дарсонвалей, уточнить их текущие цены и поискать скидки. Дарсонваль Жезатон Биолифт 203. По-моему, обладает оптимальным соотношением цены и качества. По эффективности он не уступает профессиональным приборам в санаториях, салонах или косметологических клиниках, но годится для использования в домашних условиях. Положительные изменения в состоянии кожи и волос заметны уже спустя несколько применений. Уменьшается количество перхоти, активируется рост волос, ускоряется регенерация проблемных участков кожи, то есть исчезает сухость, какие-то мелкие воспаления, прыщики, морщинки. Цвет кожи становится более ровным и здоровым. Потребляемая мощность этого дарсонваля составляет 10-12 Вт. Можно плавно регулировать силу импульсов. Комплектные насадки выглядят надежно, стекло не тонкое. Если вы недавно попали на наш канал, обязательно подписывайтесь и тыкайте в колокольчик, потому что команда современных родителей ежедневно выкладывает интересные топы и обзоры. Немецкий дарсонваль ГЭС Супернова подойдет для первого знакомства с импульсным массажем. Он не слишком мощный и содержит в своем комплекте 4 базовые насадки. Капля для точечных процедур, грибок для мягкого общего воздействия, расческа для волос и кожи головы, а также Т-образная рогатка для обработки крупных частей тела – руки, ноги, шея и другое. Напряжение электрических импульсов тонко настраивается с помощью крутилки на ручке массажера. При регулярном применении дарсонваль ГЭС Супернова хорошо укрепляет волосы и устраняет целый ряд проблем, которые могут возникать с кожей. Если не разберетесь с бумажной инструкцией, то на упаковке есть QR-код на обучающее видео от производителя. Кстати, бесплатный лайфхак для наших подписчиков. Поскольку насадки дарсонвалей обычно изготовлены из стекла, существует риск случайно уронить их и разбить. Чтобы исключить этот риск, рекомендую пользоваться дарсонвалем, например, сидя в кровати. Друзья, если захотите что-то добавить, возразить или поделиться личным опытом, пожалуйста, присоединяйтесь к общению в комментариях. Ультратек SD199 – это популярный дарсонваль российского производства от компании EMS. Очень компактный и функциональный аппарат. Отличается надежным винтовым зажимом, который исключает прокручивание насадок или их выпадение. Кроме того, такой тип зажима обеспечивает совместимость SD199 с насадками от других дарсонвалей. А сам Евромедсервис предлагает аж 11 разных насадок. Из них 5 входят в комплект SD199, в том числе довольно специфический, для проникновения в ухо или, допустим, в полость рта. Эффективность данной модели подтверждена не только многими покупателями, но и клиническими испытаниями Минобороны РФ. Цены в магазинах периодически меняются, поэтому для вашего удобства в описании видео есть парочка ссылок, по которым можно уточнить текущую стоимость дарсонвалей из этого топа. В середине нашего топа расположился, пожалуй, самый востребованный дарсонваль на рынке. Это 118-я модель из серии Жезатон Биолифт 4. Достаточно недорогой аппарат с 4 сменными электродами в комплекте и с кнопкой выключения, которая позволяет менять насадки, не выдергивая шнур из розетки. Очень удобно и приятно пользоваться. Мощность импульсов до 45 кВт. Можно ухаживать за лицом, волосами и телом, но имейте в виду, что у 118-й модели нет широкой насадки для дарсонвализации больших участков кожи. Еще один импульсный массажер российского производства – это DE212 Карат от фирмы «Спецмедпроект». Он выделяется самой высокой мощностью, поэтому я бы отнесла его к профессиональной категории. При использовании других домашних дарсонвалей иногда возникает ощущение недостатка мощности даже на максимуме. А с каратом такого точно не будет. Вам вряд ли когда-нибудь захочется выкрутить его более чем наполовину. К работе прибора у меня никаких претензий. Эффект на волосы и кожу очень хороший. В комплекте есть ровная цилиндрическая насадка для полостей.
Парк СТ-117 тоже является отечественным дарсанвалем. За вполне разумные деньги вы получите все необходимое, чтобы начать самостоятельно практиковать физиотерапию. Сертифицированные устройства достойного качества, толстенькую инструкцию с подробными описаниями разных процедур и курсов лечения, базовый набор насадок для внешнего и внутреннего воздействия. Аппарат оснащен встроенным стабилизатором напряжения и плавным регулятором мощности. Причем положительных результатов можно добиться, даже работая на минималках. А завершает нашу подборку дешевый, но мощный и долговечный дарсанваль Чиус Звезда Норма. Его я выбрала вместо Жизотон BP-7000, который оказался просто зарегистрированной копией BioLift 4-203, поэтому решила не повторяться. Несмотря на низкую цену, я не нашла особых минусов в Звезде SN100. Нормальный дарсанваль, эргономичный, настраиваемый, 4 прочных насадки в комплекте. Дополнительные электроды можно покупать отдельно и тоже совсем недорого. Замечательно действует на кожу и волосы, если набраться терпения и не пропускать сеансы хотя бы пару недель. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Напоследок должна предупредить, что у дарсанвалей, как у любых медицинских приборов, имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь со своим семейным врачом и внимательно изучите инструкцию. Напоминаю, что цены на все дарсанвали из этого топа можно уточнить по моим ссылкам в описании. Ставьте лайк, печатайте комментарии, подписывайтесь на канал «Современные родители» и тыкайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые обзоры и топы с полезными штучками для детей и родителей. Всем удачных покупок и чудесного настроения!